Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в Садники Олуха. Так, восьмой день, 250 тусклого янтаря. Забрал. Так, что дальше? Давай посмотрим, где у нас тут цветочек находится. А он прям рядышком. Листочек забрали. Так, у нас событие какое-нибудь есть сегодня? Опа, друзья мои, а у нас, оказывается, выживание есть сегодня. Ха, а я даже не знал. Выживание, блин. Так, три шлема получили. Ну что ж, придется выживать. Я знаю, что это тяжело, а куда деваться? Что-то тут в последнее время только янтарь у нас выпадает. Я вот заметил. Уже который раз. Янтарь, 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 янтарь. Ладно, этих орлов отправили. Так, что эти нам принесут? Так, сарделька, что у тебя есть? Показывай. Что за лаги, ё-моё? Так, опять же, получаем тусклый янтарь. Так, приручение бесплатно. Барсик, обучить цыпу. Ваши шансы на лучшую награду повышаются. Мы же с тобой... Точно, я вспомнил, мы же шмотки прикупили. Так, здесь у нас выпадают руны. Шепот. Пускай идет там, шепчет кому-нибудь. И... Ну, здесь, наверное, руночки, да, все-таки? Я думал, заколочка будет. Ну, ладно, руны так руны. Оставайтесь. С этими орлами мы разобрались. Так, давай дальше. Йохан, что там у него? А у Йохана я ничего брать не собираюсь, потому что все у него продается за руны. Не хочу тратить. Я лучше перебьюсь. Так, давай, наверное, сразу же... Сразу, наверное, отправим нашего беззубика на поиски. Выберите новый обмен. Ну, нам нужен, наверное, буйволорд-дикарь. Так, подожди, это мы выбрали, а я хотел отправить. Так, шлемы. Пускай летит в путешествие, да? Само собой, бесплатно. Платить не собираюсь. Так, здесь рыбу мы получили. И здесь тоже рыбу. Сейчас я их отправлю, как говорится, на работенку и займемся уже. Так, громилет. Давайте, летите все по своим делам. Нечего здесь толпиться. Так, что у нас там? 43 уровень, маловато. Давай, иди дальше, тренируйся. Так, тут забираем гнездо. Плюс тусклый янтарь. А где у меня зеленая смерть? Вот она. Вот она стоит. Так, а здесь-то что у нас? Здесь у нас три металла. Заставьте дракона что-то там делать. Да, заставишь их что-нибудь делать. Лентяи еще те, если честно. Просто лентяи. Так, брызговик. А этот у меня получил уровень. Лети дальше, тренируйся. Так, брызговик, что с тобой делать? Давай, лети за рыбой. Брызговик полетел у меня за рыбой. Так, эти что, орлы? Его за рыбой. Этот у меня получает 95 уровень уже. Не хватает чуть-чуть. Ладно, потерпим. Ну, что ты тут мне принес? Флаг. И опять же тусклый янтарь. Без него никуда. Так, этот рыбу притащил. Это нам принесла древесину. И буйволорд там, смотрю, грустит, стоит. Лети. Так, дальше что? Отправляем этого парня, естественно, за железом. Все, он полетел. Мы заберем здесь наши ежедневные награды. Так, еженедельную заберем. Допустим. Так, что у нас...
руны в подарок. Сколько рун-то? 50. Да, ну ладно, хоть 50, фиг с ним. И награда. Еще 250 бабочек. 730, а нам нужно 750, да, для того, чтобы открыть пак. Да, 750, не хватает совсем чуть-чуть. Ну да ничего страшного. Ну что, друзья мои, мы отправляем... Погоди. Погоди секундочку. Так, блестящий янтарь забрал, следующий поставил. И получается у нас бесплатный пак. Монетки мы забрали. Креветка столом, шепот смерти. Угу, все, да? Ну что, друзья, погнал я, короче. Ох ты, выживание, блин. Да. Само событие по себе короткое, всего лишь 3 поединка, но по 6 волн, это, конечно, жестко. А что делать? Выбора-то все равно нету. Будем драться. Ай-яй-яй, кого нам тут подсунули-то еще? Ладно, пока не... Слушай, наверное, мы начнем все-таки вот с этого паренька. Это же тут же... Это сородич Лаварыга, да? Ой, нет, не Лаварыга, а Скалотряса. Конечно же. Сородич Скалотряса. Поэтому мне кажется, что нужно начинать именно с него, а потом уже Громорога можно бомбить. Ну что ты там прыгаешь? Хоть и слабенький, я понижение атаки все-таки сделал. Так, здесь у нас происходит... Отвали. Так. Атакуем, понижаем защиту. Круто. Вот здесь мы хорошо кританули, ребят. Пробили просто-напросто его. Давай сделаем так. И вот так. Блин, я думал, сейчас мы его сметем, но не тут-то было. Третья волна. Уровень растет, и они сами по себе растут. Как ты видишь, стали уже побольше. Лупим. Но тут у тебя уже не получится. Чуть-чуть не хватает нам его добить. Тоже у него двойной укус, как мы заметили. Опа. А вот это не надо, парень, делать. А вот это не надо делать. Давай-ка без этих выкрутасов своих. Ну что, переходим на четвертую волну, и проявляется здесь... Ага. Так, это у нас... Змеекрыл? Или как их-то величать-то? Ну, явно, что это не стальной капкан, не из этой оперы. Блин, не нравится мне этот, как он сильно кусает, ты посмотри. И этот еще за медляху кидает. Да хорош. Давай этого добьем. На всех замедление висит. Ты посмотри, что творит, а. Так, это только предпоследняя волна, ребят. И начинается у них. Начинается, блин. Так, сейчас этот сходит, потом змеевик. Естественно, сейчас сюда будет бомбить, да? Нет. Ну, хотя бы так сделаем. Что-то как-то мало мы... За счет линии лечения отобрали у них хп. Так, погнали. Раз, два. Еще раз залечимся. Блин, не добил. Чуть-чуть буквально не добил. Ладно, эту волну, я думаю, мы переживем. Ну, вот что на следующий делать? Будет вопрос.
Последняя будет... Ну да, шестая. Последняя, поэтому... Терпим, друзья мои, терпим всю эту боль. Так, вот она, последняя. Вот они, супостаты. 19, 19 и 18 уровень. Поехали. Да ладно, а что так? Просто я, наверное, здесь делаю укус. Сейчас буду хиляться. Если я успею, конечно. Они втроем будут сразу хилять. А с какого фига-то? Вот это мне просто, ребята, нравится, блин. Они начинают втроем ходить. Конечно, как же без твоего плевка-то здесь, блин. Надо же тебе плюнуть, блин. Но это не дело. Они опять втроем, да, будут захаживать. Тогда мы сделаем, знаешь что? Вот так вот. Пускай поработает на меня. Натерпелись, как говорится. Так, этого в топку. Давай, помогай. Молодец, красавчик просто. Ну, добивай его. Великолепно. Так, друзья, крутим колесо и забираем. Да ладно, плод мудрости. Слушай, ну это хорошо. Это прям меня порадовало. И забираем с тобой элитный пак. Давай его сюда. Так, шторморез, шепот смерти, громобой и экзотические дымодышаи. Вот, друзья мои, ну неужели? Неужели кривоклык, где он у меня родной? Вот он, улучшить. Ну, тьфу ты нафиг, а. Ну чтоб тебе. А он у меня, блин, он у меня всего лишь 83 уровня. Ай-яй-яй, вот это я лопухнулся, ребят. Я думал, что смогу улучшить его. А оказывается, нужен 90 уровень ему. Ну что же, теперь есть стимул его прокачивать. Да, есть стимул. А я-то думал, что мы левелап ему сделаем. Но видишь, не вышло ничего. Ладно, друзья. С какого перепуга два этих сородища-то тут? Эй! Хорош! Блин, по-моему, вот этот вот. Этот же псих, да? С удара его. Ну, потому что он сосунул. Так. Не, что, серьезно сейчас будут только эти у нас хламоны? Мне что-то такой расклад не устраивает. Ну да. Блин, фигово. Этот у нас бомбит волной огненной. Этот тоже огненной волной бомбит, блин. То есть, получается, кого не выбери, все будет плохо. Да. Попали мы с тобой в немилость, я тебе могу сказать. Так, ну что же, третья волна. Поехали. Сейчас они сходят. И мы начнем прижучивать. Так, минус один. А он, я не помню, какой. Он, по-моему, ребят, на трех энергиях начинает выпускать пламя. По-моему, так. Могу, конечно, ошибиться. Да что ты будешь делать? Тебя-то вот сюда воткнули теперь, а? Сородич скалотряса. Нафиг он здесь нужен-то? Он сейчас за то, что... Из-за того, что их, ребята, трое, они сейчас начнут быстрее накапливать энергию. И начнется тут такая шумиха, ты посмотри. Ну. А это сейчас звезданет. Ничего, он не звезданет. Он единственное, что, знаешь, что сделал? Ну, это мне... Блин, я думал, не поможет. Усиленная атака. Плюс ускорение стоит. Зато минус броня. Ну что же, окей. Давай сделаем так. И так. Сейчас будет пережевывать кого-то. Слушай, он Барсику не особо много урона, кстати, наносит. Поэтому пока терпим. Раз, два. Так, потом втроем ходим мы. То есть хинуться я успею, да?
Хильнуться я успею. Плюс укус. Раз, два, три. Потом опять мы втроем ходим. Ну вот это вот не надо. Повысил атаку себе. Здесь понизил, там повысил. Есть, минус один. Ах, я думал, все-таки успею его шваркнуть. Но не тут-то было. Ты посмотри, два укуса, половина здоровья просто сдул. Давай, наверное, так сделаем. Здесь просто укусик. Слушай, он же, по-моему, сейчас сделает мне пакость. Я так и думал, что какую-нибудь пакость он будет делать. Ну что, последняя волна у нас. И по той же самой схеме. Они два синих, в принципе, они разбираются оба неплохо. Вот это бесит. Давай, короче, так сделаем. Не будем пока хиляться. Хотя, может быть, надо было, конечно, лечку поставить. Ауч. Не дай бог сейчас. Блин, что такое за это? Ёпрсты. А чё так жестко-то? Прям серьезно жестко, ребят. Блин, этот еще сделал себе усиление. Мы можем, знаешь, что сделать? Так, просто укусим. И сделаем вот так вот. Пускай он его перемалывает. Нафиг. Ах ты, жук навозный. Вон что он делает. Так, бомбим сюда. Пускай добивает его, короче. И мы потом уже следом добиваем этого. Великолепненько. Так, ребята, крутим колесо. Забираем здесь необычный пак. Давно не выпадал. Так, и два тусклых два блестящих янтаря. Плюс 250 рун. И сейчас у нас последний поединок, после которого мы заберем с тобой. Содержит героических. То есть это ареновский пак, который будет содержать героических драконов. А вы опять вдвоем здесь, да? Вам как медом намазано здесь, ладно. Поехали. Начнем потихоньку бомбить. У нас немножко как-то в разнобойку пошла битва, если честно. Мне это не совсем нравится. У него просто маленький уровень, поэтому он немножко отнял у нас хп. Так бы он... Опа! Дагур что здесь делает? Блин, как бы он там не нужен нам. Фигово, что Дагур здесь у нас присутствует. Ну да, он теперь присосался здесь на постоянку. Тогда я буду, наверное, все-таки, ребят, с него начинать. А заканчивать уже сородичем. Сородич, шепота смерти. Так будет, наверное, эффективнее. Добиваем. И у нас четвертая волна. Кто добавляется? Громобой. Твою налево. Ну, одно не легче другого. Ну, громобой-то нафига сюда воткнули-то? Пипец. И причем он этот, дагер, дамаг имеет. Ну, красненький. А это понижает. Ух. Не понижает, ребята, он ускоряется и усиливается. Вот что. Сейчас будет рвать и метать, я так понимаю, да? Опять усилился? Куда тебе столько усиления, ты парень? Пятая волна. Слушай, я не помню, честно говоря, что вот этот вот кревет делает. Может быть,
И не стоит особо сильно паниковать. Но проверять не хочу. Я знаю, что электрический бьет электричеством. А морозный, по-моему, замораживает. А вот этот... Ну, он черный, опасный какой-то. Нервный, причем, я смотрю. Нервный. Так, кто-то сейчас сделает суперудар, да? Ты что ли? Только не убей мне кривоклыка, пожалуйста. Было рядом, было близко. Но мы выстрелили. Прекрасно. Так, и остается лишь громобой. Ну что, ребята, переходим на последнюю волну. Тут главное не спасовать, и все будет окей. Так, 132 по атаке. Ну давай, я сделаю так. Так. У него на трех волнах. Что? На трех энергиях что он будет делать? Все-таки это электрический, ребята, тоже. Это плохо. Это, мать твою, плохо. И он еще и усиленную атаку себе сделал. Ё-моё, он сейчас 4 энергии. Это не то, о чем я думаю. Сейчас масуху влепит. Нет, ну ты посмотри, как он кусает. По-моему, ребята, это о многом говорит, да? Об его укусе. Хапло называется. Блин, лучше потратить ты энергию. Лучше потратить ты. Нет, только не ему. Слушай, а почему они не делают? У них, ребята, вся энергия была. Они должны, по идее... сделать свой суперудар, но... Они не воспользовались этим шансом. Тогда мы выиграем. То, что он здесь это сделал, это ерунда уже. Все, событие пройдено. Так, крутим колесо и забираем... Я думал, сейчас два плода мудрости. Нет. Все-таки забираем с тобой рыбу. Так, и ареновский пак. Ну, давай посмотрим. Шторморез, Костолом, Громобой, Громоль, Защитник, Рыцарь Смерти, Парящий Прихвостень, Громовой Защитник и Беззубик. Вау! Ищейка, Молодой Ракошмык и Ветрокрыл Чемпион. А, мы же отправили его. Я думаю, что... А, мы же можем... Подожди секунду. Так, где у меня Беззубик? Ищейка, можно улучшить? Точно можно. Отлично. Так, вот он. Вот он, ребята, Беззубик. И да. Блин, он всего лишь 11-й разряд получает. Всего лишь 11-й разряд. Да. И хочется прокачать, и никак. Вот этого можно, кстати. Элитник. Так, подожди, я... Костолом дикарь. А он отличается от чем-то от нашего... А, это Костолом, а тот Костолом дикарь. Все-таки это разные, да, у нас получается драконы. Я понял. Что тут у нас? Опа, еще один пак ареновский. Шторморез, Пристиголов, Костолом, Шипорез, Звездрык и Строкрылый Змеевик. Ну-ка. Необычный набор. А, Лаварык. Ну что же, Лаварык у нас есть. В наличии уже двое Лаварыгов. Будет трое, можно будет... Нет, надо будет, когда их четверо. Только тогда можно будет их пустить через портал. А в троих не стоит. Так, подожди-ка, мы же вроде бы заказывали где-то на уничтожение леса, если я не ошибаюсь.
Ага, вот он. Так что мне это дало? Что, что мне это? Мне это дало просто лес, и все. +630. Давай-ка мы отправим его. Подожди. Ага. Давай тогда лети, пташка. И больше я, ребята, не вижу здесь деревьев, к сожалению. С железом, конечно, очень туго, ребята. 5000 железа, это еще там несколько раз нам надо будет улучшать. То есть мы так хорошо конкретно подзапаримся, если честно. Просто конкретно. Ничего так быстро у нас не получится. Так, этот у нас улетел. Что-то хотел я сделать. А, у нас есть... Это только за рыбу работает. Подожди, а какой же у нас ходит за... За дерево тоже отрабатывает. А! Мы можем, например, с тобой отправить вот этого парня. Да, пускай идет. Просто, ребята, сейчас у нас железо, оно как бы в приоритете идет на самом деле, потому что нам нужно с тобой улучшать здание, чтобы больше были, больше викингов было. А если больше викингов будет, соответственно, мы сможем делать новые постройки. Как-то так вкратце. 630 не хватает чуть-чуть буквально. Капельку. Хотя мы можем с тобой рыбу, наверное, купить здесь. Давай. Они очень, ребята, стали мало давать нам рыбы. Очень мало стали. Да, раньше было намного больше. Почему они сейчас так жмутся, фиг его знает. Ну все, вроде бы, да? Да, ребят, на сегодня будем тогда закругляться. Хорошо, что мы успели с вами на этот поединок выживания. Так, подожди секунду, ракошмык вроде бы у нас же еще прокачивался, или... Да. Фига, он 106 лямов просит. Но он 85 уровня. То есть нормально. Ну да. Пускай летит, древесинку собирает. Все, друзья мои. На этом всем пока. Всем удачи и до новых скорых видосиков.